Сейчас где-то 7:35 утра, и я даже проснулась раньше будильника. Все еще спят, но я уже на ногах. И первая мысль, с которой я проснулась сегодня, это я подумала, что классно было бы вставать до того, как прозвенел будильник. Например, будильник у меня заведен каждый день на 8 часов, но сегодня, например, я проснулась в 7:35 и сразу решила встать. А вы как просыпаетесь? Удается ли вам проснуться раньше будильника или вы встаете раньше с будильником? Знаете, есть еще такая отговорка, которая называется: ну, еще 5 минут, я еще посплю 5 минут, и потом я точно встану. И будильник звонит, 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 а вы все спите, спите. Поэтому, друзья, вот такая первая мысль меня посетила сегодня. Пойду делать вкусный свежий кофе, а вам всего, всего хорошего. Tick-tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Ну что, мой утренний кофе готов, пойду пить. Всем приятного тоже аппетита, кто кушает. Еще, ребята, хочу вам показать вот такую вот интересную кружку, которая у меня есть. Это необычная кружка, мы привезли ее с Кипра, и она, как видите, намного больше, чем все остальные кружки. Из нее я пью чай. Видите, какая она огромная по сравнению с вот этой вот маленькой кружечкой. Вот в этой маленькой кружечке, наверное, может быть, миллилитров 200, а в эту огромную кружку помещается практически 600 миллилитров, да, и из этой кружки я пью чай. Все удивляются, как можно из такой кружки пить чай, потому что в Турции мы пьем чай. В Турции принято пить чай из маленьких стаканчиков, а я вот из такой огромной кружки пью. Погода у нас сегодня не солнечная, как вы видите. Небо затянуто облаками, но поют птички и даже очень тепло. Вот у нас здесь во дворе растет такое оливковое дерево, и каждый год мы собираем и засаливаем свои оливки, свежие вкусные оливки на всю зиму. Оливки у нас созревают примерно в конце сентября, в начале ноября, и тогда мы их собираем и солим. Кстати, солить оливки очень легко, поэтому если вы будете в Турции в сентябре, в октябре месяце, вы можете сами купить оливки и также попробовать засолить их дома. Занимает это дело примерно недели две до полной готовности. Ну что, ребята, всем доброе утро, а я побежала по своим делам. Сегодня в Алании прекрасная солнечная погода. Я прогулялась до пляжа, чтобы посмотреть на море. Смотрите, какое красивое море у нас в Алании. Ну что, друзья, сегодня я встала рано, видите, успела много чего сделать. Еще только 12 часов, но я успела много чего сделать и прогулялась до пляжа. Поэтому вставать рано – очень хорошая идея. Правильная мысль посетила меня с утра. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии.
делитесь своими мнениями. Ну и, конечно же, добро пожаловать в Аланию. Пока-пока.